Добрый день, дамы и господа. Тема актинидия. Вот сами не ожидали, что в этом году был прекрасный урожай, а не только там матов или винограда, но дала прекрасные всходы и куст разросся актинидия каламита, Адам и несколько других киевская, и дали у нас вот эти прекрасные урожаи. Мы посадили актинидию на забор укрепили рабицу, и на рабице укрепили саженцы растений. Единственный главный недостаток – надо беречь от кошек. Кошки корни объедают, и вот один из нас саженцев погиб. Но, тем не менее, вот урожай на сегодняшний день очень вкусная. Если ее срываете даже зеленой, она отдалеживает и дает очень приятный. Даже вкуснее, чем крупная киви, которая, кстати, у нас тоже растет, но пока плодов еще не давала. Но очень крупная. В смысле растения, как таковое, мощное растение. Актинидия сама по себе является потрясающим лекарственным растением. Великолепное количество витамина С, микроэлементов. Так что рекомендую вам использовать. Ведь она у нас растет на душе. Нет, оставь. На душе прикреплена у нас, закрывает слева, справа, с трех сторон душ. И дает очень красивый, приятный урожай. Урожай, который легко дается, а ценится крайне высоко. Что? Говори. Пойдемте к клумбе, там еще у нас. Давайте пойдем. Ну, а вот для доказательства того, что это действительно очень вкусная, приятная ягода, сладкая, сейчас мы попробуем ее откусить. И посмотрите, какой, во-первых, срез и сколько сахара. Киви, настоящий киви. Только мини. И набирает сахар стремительно. День-два лежит у вас, в какой-то емкости. И потрясающе. Просто как желе. Советую вам высаживать киви, разводить ее. Урожай будет горой. Подписывайтесь на канал ТОП-САД. Всегда рады новым друзьям. А старым предлагаем дополнительные возможности. Сделаем еще репортаж о большом киви, который пришло нам из Новой Зеландии. Удачи на даче вместе с киви в придачу.